Притча называется «Рабочий стол». Как-то ученик спросил своего учителя: «Учитель, не желаете приобрести картинку новую для своего рабочего стола? У меня большая коллекция картинок со звездным небом, с моральными законами». А учитель его переспросил: «А с чего ты взял, что моя картинка хуже, чем твоя?» Ученик сказал: «Ну, дело в том, что я ваши картинки не видел, потому что у вас всегда открыто множество окон». Учитель ему ответил: «Но дело в том, что я тоже никогда не видел, и я не знаю, что у меня там, потому что я работаю».